На встречу пришло всего около полусотни человек, да и те, что-либо сказать в свободный микрофон, отказываются. Многие родственники погибших не хотят лишний раз вспоминать 17 августа 2009-го и предпочли остаться дома. Остальные через слезы и напряженное молчание смотрят на фотографии. Улыбающиеся и счастливые лица тех, кто погиб в машинном зале. 75 человек. Очерки и рассказы о них, их судьбах и семьях воплотила в книге журналист «Саянских ведомостей» совместно с Министерством культуры Хакасии. На глянцевых страницах не только лица работников Саяно-Шушенской ГЭС, но и хронология событий и жизни черемушек после аварии. И вы видите, какой великий подвиг совершила Нина Васильевна. Спасибо вам, Нина Васильевна, за то, что вы смогли мужественно, талантливо передать всю ту боль, которая у нас, нашу общую боль.